Губернатор Олег Кожемяка поздравил участников общественной организации «Молодая гвардия Единой России» с 17-летием со дня основания и вручил благодарственные письма наиболее активным членам молодежного движения. Ваше поколение предстоит серьезным образом реформировать страну в экономическом плане, в социальном плане, сделать так, чтобы она была уверена в своем будущем, с тем, чтобы та работа, которая сегодня делается государством, была продолжена. Губернатор отметил, что члены молодой гвардии активно поддерживают семьи мобилизованных, участвуют в гуманитарной миссии на Донбассе. В частности, руководитель регионального отделения Юрий Бакуров пробыл в Мариуполе всю весну, а в октябре посещал позиции добровольческого отряда «Тигр», передал бойцам дроны. Вы ведете большую работу по патриотическому воспитанию своих коллег, молодежи, принимаете активное участие в спортивных всех мероприятиях и дальше также продолжайте. С тем, чтобы 20-летний уже юбилей встретить еще большей командой, с большим наработанным опытом, с теми заслуженными и наградами, и уже историей своей, которая позволит привлекать в свои ряды все больше и больше молодежи. Депутат Государственной Думы Александр Щербаков также поздравил Приморское отделение молодой гвардии и отметил, что сегодня это наиболее массовая молодежная организация в стране. Мы сегодня видим, что те люди, которые работают именно в Приморском отделении молодой гвардии, это люди действительно ответственные, действительно те, которые от чистой души и с активностью и большой самовыражением участвуют во всех общественно-политических делах жизни Приморского края. Руководитель Приморского отделения молодой гвардии «Единой России» Юрий Бакуров поблагодарил региональные власти за активное содействие работе молодежного движения. Отметим, сегодня отделения общественной организации «Молодая гвардия» сформированы в 25 муниципалитетах Приморья. Движение насчитывает больше 1000 сторонников среди региональной молодежи. Артем Белов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.